Пунта Догана вообще идеальное помещение для вот выставок минималистических скульптур и инсталляций. Это пространство. Не белый куб отнюдь, но они как-то продумали здесь освещение. Так что эти объекты сразу начинают как бы очень активно играть. Я хожу, не комментирую, потому что ну, реально дух захватывает от этого. О таком выставочном пространстве в Украине можно только мечтать. Так, пойду дальше, потому что выставка большая. Давненько ваш покорный слуга не бывал на таких минималистичных, спокойных выставках. Фактически, что мы здесь видим? Просто рама стеклом. Я даже не уверен, что здесь есть что-то еще. А вот то, что кажется такими черными прямоугольниками, это на самом деле не черные прямоугольники, а здесь написаны несколько слов. Здесь просто проведено пару линий. Эта художница, кстати, выставлялась на прошлой документе в Касселе. Едва-едва заметные такие. Как будто царапины. На камере лучше видно даже, чем я сейчас смотрю. Ну, как бы, за что хочется сказать куратору спасибо? За то, что пространство использовано весьма необычным образом. Вот на такой большой стене, вот реально большой, метров 10, наверное, размер видео, ну, где-то сантиметров 30 на 15, 30 на 10, то есть еле-еле душа в теле. Могу ладошку свою подставить, вот. Очень маленькая. Абстракция тоже смотрится неплохо здесь. На удивление. Обычно таким полотнам нужен белый куб. Но в таком, как бы, не знаю, лофте тоже хорошо. Тут даже окно является, по сути, как элементом экспозиционным. Но с таким видом.
два художника, Лукас Арруда и Алессандро Пьянджаморе. Ну, это одна из крупнейших частных коллекций, и художники здесь далеко не самые дешевые. Это я рассказываю, ну, в том числе и тебе, да, то есть причина, по которой здесь на каждом... Ну, отчасти. Да, так вот, как верно заметила Алина, здесь очень много охраны. Ну, это понятно, потому что... А, но после был стиль.